Ага, поверил. Ну и бредятина. Так, 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 что это? А это спонсор данного видео, официальная лицензированная букмекерская контора BaldBet. При регистрации вводи промокод JOIN, чтобы получить 3 бесплатные ставки на хоккей или на футбол. На сайте есть множество других дисциплин, таких как баскетбол, теннис и даже армрестлинг. А если вас интересует конкретно киберспорт, на сайте есть такие дисциплины, как CSGO, Dota 2, League of Legends и даже мобильные игры. Ссылка на BaldBet и промокод в закрепленном комментарии. Пойду в Тарков поиграю. Бля, херово, тут открыто. Ну, открыто серверка плюс винты. Зачем он в винты уходил? Лол. Ой-ой-ой. Боже, это изверг. Ладно, я на калаше останусь. Надо повыколупывать Патрики в таком случае. У меня на парковке была хае, по-моему. СЖ-ка есть. Хоть выводи. А, знаете, что он сделал? Скорее всего. Он появился, пошел вниз и через оптику почекал коридор. Погодите, дверь закрыта наверху. Он наверх подымался. Но ледуха из Джейка, я считаю, можно и выводить. Что скажете? Я думал, он вот это вот делает, поняли? В подземку спустился и вот так вот лежит. Полежал, полежал и такой, ай, ладно, пойду-ка в черную. Impressive. Да ебать, перестаньте пугать меня. А, да. Вот оно как работает, да? Понимаю. А в кого он пострелял? Первую, ладно, первую он мне дал. А вторую, куда он пострелял? Пустой коридор? Охуенно. Замечательный первый рейд, блять, уже, сука, мотивация просто в пике. Вот просто максимальная мотивация продолжать. Последний вип-слот остался, кстати. Феди и Никитос играют с випочкой. Бля, мне так нравится, как они ни единого звука не издают и подползают к моим углам. Это просто пиздец. Full caps lock лаба у челиков. Просто гении. Я когда квест закрою, я в лабу вообще ходить не буду. Я манал в лабе, реально все человеческое теряется. Я таким токсиком стал в этой лабе. Конченым. Когда у меня жопа сгорает, просто веду себя как, блядь, тварь какая-то. Не без повода, опять же. Но. Порой, блядь... Ну, ни одних нервов не хватает стерпеть такую хуйню в лабе. Причем, опять же, Лока-то позиционирует себя как активная. Тут типа челики бегают, тяу-тяу делают. Я уже за стену зашел. Ай, бля. Надо было ждать, пока он выйдет, не надо было ныкаться. Он узнал потом, что я сверху, а не снизу. Что-то, бля, сколько мы? 26 минут сидим? У меня, вот реально, у меня сейчас рвотный рефлекс будет. Клянусь, блядь. То есть, если на грин дофамина, на, допустим, каком-нибудь лесу, таможне или еще где-то ты тратишь, ты можешь потратить, конечно, ты можешь за одну минуту сдохнуть, но ты можешь потратить 45 минут и сдохнуть у выхода. И обломчик. А тут в лабе, в принципе, все за 10 минут решается. Ну, плюс, за редкими исключениями. В танках даже своим супер топовым взводом можно слить, да, я знаю. Ой, нормально. Дофамин не гормон радости. Но я плюс-минус аналогию привел, чтобы понятно было. Я чё, похож на биолога, чтобы шарить в таких областях науки? Бля, я не взял ни хила, ни гранат. Их двое, по-моему. Нет, это соло кейсер был. Но я ему не дал полутать черную спокойно. Нихуя заявляй. Восхваляй меня быстро. Welcome to the club, buddy. Нихуя заявляй. О, блядь, нету звука, нахуй. Их двое еще при этом.
Пиздец, не было звука вовремя. Я мог это разыгрывать. Это не единичный случай, это просто закономерность. Ты второму чуваку лютую хуйню повесил. Это не лютая хуйня, я от бедра примерно понимал, куда я стреляю, и стрелял до взвода. Я его увидел, я на него навелся и, ну, четко выстрелил. Если бы я чувствовал, что мне сейчас зарандомило, я бы сказал, ебать, я хуйню повесил. Я этого никогда не скрываю. Но тут я считаю, что это на скилле было. Не знаю, можешь отписаться, блядь, записать меня в ЧСВшники, и еще что-нибудь там, начать хуесосить меня на других стримах, но я когда шару вешу, я говорю, ебать, это шара была. Тут я примерно почувствовал этот момент. Там тагила? Я не знаю, как я сейчас с полевы должен килл делать. Ну, примерно вот так вот, походу, да? Бля, сегодня заводы за дикого лучше, чем, блядь, лаба за ЧВК. Странно, кстати, бот возле ямы в сторону палатки смотрел, а не в сторону подземки. Чё, так и идем в лабу с этой сайгой на 150 отдачи? Чисто нафармил кит в лабу. О, бля, какие патрончики. Это мы берем. Вроде никого. Давай, забэем его. Ну давай, покажи ему, кто тут папочка. Чё, блядь? Блин, все отбили на... Я жмурен уже, сука! Ну и чё? Ну и чё ты теперь нам сделаешь? Как сортировочный стол открыть? Да, внизу слева будет такие квадратики желтенькие. 3x3. Маленькая такая кнопочка. Сейчас покажу. Вот он. Батя гранат принес. Бля, хотелось на пятом калаше побегать, но два рейда просто заглотнул кала. Навал тоже позаканчивались. Я не люблю МП7 в лабе, поэтому у меня много МП7 и много на нее патронов. И, бля, не беру никогда. Где там моя коллекция? А погодите, чат. Ну как там с деньгами? Да поздоровался я уже. Привет, привет. Спасибо за 100. Чё я такой тяжелый, блядь? А, редут. Я кого-то слышал. Или это я так остановился? Я не знаю, я просто уже не хотел в него стрелять. Вы видели, сколько я ему в голову пострелял, когда он за стеклом был в центре? Ебать, можно повтор? Это пиздец, сколько я ему в башку дал. Я просто уже после этого я тупо не хотел в него стрелять, я клянусь. Там 100%, 200, 300% труп был. Вот сейчас. Во! Что это такое? Вот, смотрите, вот... После аимпанча доводка сейчас будет. Вот аимпанч, и сейчас оно будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну ладно, не шесть, четыре где-то точно есть. Там уже под конец, не спорю, увело чуть-чуть правее в лодку я пострелял. Ебать. Дальше причем, и дальше что было еще? Ну тут ладно, хуйня уже была. Я думал, я на репике еще, может быть, что-то ему дал. Бля, ну это бред, это бред. Это бред, это, ну, игра так не работает. Маска Мандалорца не спасает от 4 FMG-ек. Попаданий 8. Угу, именно так. Все шьется, там стены, двери, окна. Там даже шкафы вот эти металлические, черные, даже они шьются. Там шьется абсолютно все в этой комнате. Если кто не знал. Дикий ругается. Ну ничего, скупщику все продам и заживем. Бля, я сейчас лапкарту потеряю, походу. Давай, братан, гоу в офисы. Давай, хули ты слышишь, у тебя броня хоть есть. Нормально, нормально, живем, пацаны. О, ништяк, шкура цела, уже неплохо. Sorry. Ебать, какое животное конченое. Пиздец. Там же рядом два типа. Меня сейчас его заебашат. Или он всех заебашит. Не, ну это просто ультраконч. Ходил всю игру на меня куешил, чтобы потом убить. Только обсосок недоделанный.
Я думаю, он меня еще на мосту убить хотел. И я еще, кстати, думаю, он меня убил и вышел даже сразу. Он даже не лутал меня. Ну, типа, просто на гнидычах ёбнул и вышел. Не ради лута, просто из-за того, что мразь по жизни. Здорово, Кузя. Не, надо сначала Тарков поиграть, потом Дота. Я, кстати, Дота вне стрима играю, у меня 5 побед подряд из стрима. Когда будет день Таркова? Боюсь, до вайпа никогда уже. Что за песня? Зардоник, Райс Хелл. Фонари не починили только что на челоботе, был баганый фонарь. Я когда был стримером на 5 зрителей, у меня как-то чел отлетел в бан, который выебывался до хера в чате. Ну, прям очень выебывался, он прям... Ну, он прям, типа, поняли, все делал, чтобы я его забанил. Он заявку написал, разбань или отсосешь, сука. Сервер кивал. Ага, этого они ёбнули. Кто-то оружие взводил. Ебари! Лайтвейт! Ой! Ой, как так? Челы с этого патрона отлетели с первой в голову. Не может этого быть. Патрон, который кал, что-то, блядь, убил всех. Все-таки убивает он с первой в голову. Даже взобрало эйрфрейма. Я говорю, там либо нон-рега была, либо просто лютый и пертый чел с рикошетами. Я тоже так считаю. Еще? Что? Что? Ебать! Что, блядь? Охуеть. Бля, я почти всю лабу положил, мне буквально один чел остался. Ебать, что я выдал. А хоть кто-то клип удосужился сделать, мне чисто интересно. Хоть кто-то, блядь, это заклипал? Хоть кто-то хочет, чтобы стример в нарезку наконец-то с такими знаменитостями киберспортивными попал в одну, как там, в комнате Маза Булс? Бля, я аж сам собой доволен, как я тут все разыграл, это пиздец. Всех пикал причем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, блядь. Ну вот вопрос, где последний? Я не хочу умирать от последнего. Я вообще не хочу умирать от последнего. Кстати, а что если у этого типа еще один тут был кто-то? Был камень какой-то. Кто-то взводится здесь. Кого он взрывает? Местные пожаловали! Там еще и пати, блядь. Я буду сидеть, мне похуй. Пока одного хотя бы не ёбну, я буду сидеть. Там один, и тут двое. А, да? Как бы так сказать. Я верю, что это честный игрок. Я реально верю. Охуеть, охуеть. Кайфово, наверное, в пати с пиздоболом играть. Хотя, может, и не пиздобол. Но каковы шансы, блядь, такой гранаты просто вот? Ну вот, ну как, блядь? Ну как это называется? Ну как? Она просто прилипла здесь в дверях. Я вот любого чела попрошу там сейчас. Любого опытного игрока в Тарков, который назадротил дохуя часов. Я попрошу его кинуть такую гранату. Вы думаете, он кинет такую гранату? С винтов. Рикошетную гранату. Рикошетную гранату с винтов. Ну, это просто невозможно ее так кинуть. А чисто давай, ну просто вот, ну по рофлу, мы ж никуда не спешим, правильно? Давайте вот чисто проведем эксперимент. Просто ради любопытства. Ну чисто ради любопытства. Мне интересно, ну может там реально какой-то способ есть? Может как-то потолок ее надо дать? Я уверен, он даже с винтов не вышел. Лично я уверен, что он даже с винтов не выходил. Ну, а вдруг? А вдруг? Они были изначально на зеленой, по ним боты постреляли с желтой, они отстрелялись от ботов,
Потом они сверху услышали меня где-то тут. Вот он побежал сюда. Вот сюда он побежал. Потом он что-то вот так вот попытался запрыгнуть куда-то. Что-то попытался походу почекать. Потом что он делает? Дает вот примерно вот такую грену. Видите, в чем проблема? Либо он какую-то вот такую грену дал. Ну, не такую, конечно. Видите, как она откатывается? Она у меня прилипла. Так, у меня там АП накопились. Может, расчехлить их? АПшечки имбовые. Ста, иголки из мира МП7. Ой, ебать, охуенный трек там в очереди встал. Не, так если подумать, зрячий. Смотрите, маска у него дорогая. А ХМС с него падает. И у него еще два культиста свитовцы. В принципе, ну... Бля, неплохой лут так-то. По идее, на бумаге. Бля, очень тихая лаба. В лабу вообще никто не спешит. Если в красную. Вообще ни выстрела, ни гранаты, ничего нету. Очень хочется верить, что это пустая лаба. Очень хочется. Не, там что-то пуляет. Может, чел скинул лодку и умер? Но боты были наверху, значит чел не наверху, значит чел где-то в районе черной. Угу. Надо пробовать. Какой ужас, какой кошмар. Я чем стрелял вообще? Это точно 9.95 патрон. Блин, такая херня. Ой, блин. Это железка. Он меня вообще калом убил каким-то. М62. А, не, не калом. Я думал, это трейсер от MCX, а это М62. Ладно, не калом. Боже, как я плохо пострелял. Как плохо. Все плохо было. Позиция. Все плохо. Это железка. Инфа была, он мне инстахед не дал. Все было так хорошо. Но потом я обосрался. Тут фул я обосрался. Вообще максимально. Бывает. Вот тут фул я обосрался. Вопросов вообще никаких нету. Вообще ноль претензий. Ни к реге, ни к звуку, ни к чему. Тут претензии чисто ко мне. Кстати, кофе последний раз продавал за 17 тысяч. Купаю за 20. Классика в Таркове. Как тебе надо что-то продать, так это копейки стоит. Как тебе надо что-то купить, так... О, здорово, дружище. Что ты там, из богатых? Давай, покупай, блядь, втридорога. У нас журнал школьный сожгли. Не, у нас один раз потеряли журнал, не могли долго найти, неделю не могли найти. Потом что-то нашли, по-моему. Оказывается, его кто-то спрятал. Кто украл его и спрятал, чтобы родитель в школу пришел такой. Ну и чё, что вы меня сюда позвали? А ничего есть. Так и не нашли, кстати, кто это был. Журнал пропал, а потом сам как-то оказался на столе. Ну, что там с журнала, можно повторить. Но его кто-то украл, а потом на место вернул. И так и не узнали, кто это. Просто пропал на неделю, а потом сам появился на столе у учителя. Hello. Чё, мне сразу инстахэд дал? И лишите ТВ. Да, не спасла меня эта шапочка чё-то. Ой, я опять умер в лабе. Ой, как неожиданно. Быть такого не может. А я уж думал, выживу наконец-то. Это странно. Не, ну в принципе законно, да. Я каждую лабу выживаю. Аж, ну, скучно просто. Надоело. Наконец-то меня кто-то раскумарил. А, чел стримит? Это реально не БМ-ищи ник? У него реально такой ник? А, он с читами стримит. Погодите. Я сейчас в один чат закину кое-что. А ну-ка, ребятки. Го, потренируемся. Онлайн-тренировки. Я кинул, короче, в чат с разрабами ссылку на него. Давайте понаблюдаем. Поняли, в чем прикол щита? У него нету вот этой херни от маски киллы. А там стены вам мешают? Ему не мешают. Кстати, чтобы меня не подозревали, вот так вот сделаю. А то подумай, что я с щитами... Слышишь, сейчас зайдут. Джоин чё, с щитами играет? А, так вот оно чё. Еще и ноет сидит, нытик, что у него читеры в каждом рейде. И что, блин, умер, сразу ноет, что читер его убил. Ай-яй-яй-яй-яй. Я вот в игру не играл, я буду доказывать сидеть, что его не читер убил. Опа. Контакт, но это рейдеры. Контакт, работаем. Что они делают? Ой-ой-ой, на скиле, на скиле, на скиле, на скиле.
Красиво, я тоже так хочу уметь. Вот прям резко захотел. Да-да, полутай бомжатского рейдера. У тебя денег, наверное, мало очень. Тебе денег не хватает, вот рейдеров полутай. А, ну да, они же в пати. В пати лута в 3 раза меньше. Их 3, по-моему. Как ему репорт накатать? Да никак, забейте. Я ссылку с разрабом кинул. Там посмотрим, что дальше будет. Я говорил, Кирсанов, сейчас где-то полчасика, и чел поедет в лес дрова рубить. А что это такое? Это вот меня чел сейчас убил. Я сказал, что это читер. И... Ну, я увидел там в чате, пару типов написало, что он не читер, я просто нытик. Вот. И Лоу-Файв, по-моему, нашел его твич, и вот он сидит с щитами, стримит. Ой, кажется, ему бан прилетел. Так, а ну, перезаходи, браток. Что-то перезайти, да, надо? Так, так, так. Ой, что-то перезайти надо. А ну-ка, ребята, знаки вопросика давайте поспамим. What's up, animal? Так, поставил только для фолловеров. Ну да, да, мы тупые, ты-то умный. Ты давай в игру зайди, умный. И весь мир ждет. Весь мир был только что у твоих ног. Давай, давай, братишка. Что-то не заходит. Может, новый аккаунт расчехляет? Ебать. Что-то поляшком, да, полилося? Говно вонючее. Все, прилетело. Этот наигрался. Но он, кстати, в пати был. А он сидит, молчит на стриме, ну да. Ему что-то говорить. Ха! Ха! Он, правда, что-то зайти в игру не может уже 5 минут. Так, у него что-то с подвижки пошли какие-то. Во, будет прикольно, если он сейчас на новый аккаунт зайдет. Мы увидим его ник и еще один ник скинем. Ой, боже. Боже, бля, вот этот чел просто мой день сделал. О, тут Тагила есть. Его найти надо. 9-я минута рейда, Тагила работает. No fucking way. О-хо. Надо тренироваться, братан. Да они вообще все молодцы. Все продам, заживем. Че, дурак, блядь? Во, программист. Где ты был, блядь? Кретин. Меня тут щемят. Блядь, он забагался. Кого он там еще отлупил, кстати? Он дым тут кинул. Блядь, тяжелый. Так а кого он тут щемил-то? Он же зажимал в кого-то. Капец, как можно было от Агилы умереть с таким гиром? Походу на иголках или БТшках. Чуть с тридцатниками распетлял. Ищ. Хе, живой стрим намного лучше. Здорово. Здорово. Ёбни его в спину. Нет, я своих не убиваю. Что там наш читачок? А, все еще черный экран стримит. Блин, досадно. Я ему кинул жалобу терроризм. Примечание написал, типа... He types go to war Russian dogs on his screen. Их что, 3 было, что ли? Блин, очень тяжело эту черную отвоевывать. Очень тяжело. Практически нереально, когда вот такое пати большое. Ему твич снесли? Да, ему удалили канал. Это, кстати, не совсем хорошо, потому что он может пойти на новый аккаунт. И мы не узнаем. Все, нету моего любимого стримера по Таркову больше. Что же я наделал? Реально, минус мой самый любимый стример по Таркову. Правда, любимым он пробыл недолго. Но он навсегда останется в наших сердцах, наверное. Это был за читер? Ой, это был такой читер. И сквозь стены лутал, и сквозь маску один ща все видел. И с Аимом, и с ВХ. Капец, я под СЖ-кой, я все равно плаваю. Там пати. Да, сейчас все решит рандом, по идее. Yes, you just what? I'm just looting black. I need to loot black too. For what? For stimulators. Noob.
нюп-нюп-нюп-нюп. Однозначно. Никаких вопросов. Вообще никаких вопросов. Очередной честный чел. Кстати, все больше замечаю, что именно вот такие любят поговорить. Сверх самоуверенные типы, которые каждый день тренируются. Но, увы, на этого я не буду ничего кидать, потому что... А вдруг честный игрок? А вдруг? Смотрим, что нам Батлай скажет через 3 дня. Ой, миллионы улетают и улетают. Ладно, попробуем ДР-очку. Не, лабу что-то тяжело играть. Просто какое-то несоизмеримое число челов, которые вот так вот играют. Один есть. А я на винтах, да, спустился? На бойлере уже кто-то нажал. Но у меня здесь должен быть кто-то. Либо B11, либо подземка, либо вот слева. Выводи, один лучше, чем ноль. Нет. CSGO говно. У меня по-любому где-то в центре ползун какой-то капслочный. Здорово, Рауль. Ага, один уехал, но его догнать хотели. То есть еще один есть. Бля, ну у меня где люди? Там-то людей много, у меня тут людей нету. Кому-то. Почему у меня справа чел на дереве топал, а тут никого нету? Нихера не понимаю, как он успел мне голову поставить, там же потолок мешает. Еще и подставился несколько раз, он по мне не стрелял. Я вот чисто сейчас буду вот каждому, кто мне инстахед вешает, я буду каждому вешать репорт. Вот мне просто интересно, сколько мне потом придет сообщений, типа вот мы там заблокировали благодаря вам такого-то, такого-то. Мне чисто интересно. Прикиньте, я реально зайду через 2 дня в игру. А у меня 5 челов забанено по репортам. Или даже больше. Но сегодняшними катками, если честно, не удивлюсь. Вообще не удивлюсь. Ну просто голова, 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 голова. Все в голову вешают. Без ошибок. Один я ошибаюсь. Это ХК. Гребаная лампа. Очень много людей. Ну чё там тот калаш в центре будет хоть звуки издавать? Он уже прошел дальше. А, мне гранат нету. Ой, ошибка. Блять, ГГ. Сраные двадцатники погубили меня. Но я хотя бы пострелял хоть немного. Блин, я так хорошо на него вышел, когда он к черной поджался, но не реализовал себя. Да. Двадцатники на лабе. Увы, увы, увы. Это хороший файт был, мне понравился. Хоть не инстахэд. Я пикнул, он пикнул, я пикнул, он пикнул. Прикольно было. Ташку я тоже не люблю, как оружие. Как СВД, как КС. Не, короче, на этом калибре, вот как я не ходил с ним на лабу, так я и дальше не буду с ним на лабу ходить. Это просто руина. Этот калибр просто... Любая пушка на нем это руина. Unwinnable. Просто мне уже все это, то, что в лабе надо... Вот с чем именно надо в лабу ходить, мне уже все так приелось. Реально, сейчас вектор на рипах возьму какой-нибудь с дуру. Возможно. Не, ну это реально, вот это GG было, это реально прикольный файт, крутой был. Это очень редкий случай, когда вот просто сам процесс, сам файт понравился. О, я с мутантом еще не играл сегодня. Вот это да. Мутантик я бы взял. Хорошо. Как хорошо я вспомнил про мутант. Ого, в ДВЛ и в клумбе сидеть. Начинай. РДшку не, сегодня не брал еще. Убирать схрон? Зачем? Я и так его убираю. Видишь, лут как пропадает из схрона. Опа. Пожалуйста, никто не стреляйте. Дайте мне выйти. Не надо меня байтить на говно. МДР на семерках на лабе — это неплохой ган. Хотелось бы верить. Это, конечно, суеверие, но говорят, боссы на ночные чаще ходят. Но опять же, я в это не верю. Ну быстрее давай, блядь. Там граник на стеклах. Но у меня в серверке 2. Так. Опасно БПшки докидывать. Капец, он мне одним попаданием 12 армора снял. Фак. Бля, неужели это тот же? О,
похож, вроде бы. Так, но мы не расслабляемся пока что. У нас еще чел на офисах был. То ли с РШ, то ли с Гранником, я так и не понял. Что-то было. Надо узнавать. Я в трубу пострелял, потому что за ней какая-то черная хрень была. Я подумал, там чел стоит. Найс, черная. Прямо дикий пидорас! Повезло, что на преф не вышел. Сейчас надо проверить кобуру у него. Надо проверить ствол в кобуре. Нету у него ничего в кобуре. По-моему, рейдеры двери выбивали. Это же ж кнопку нажал. Никто не байтится на лифт. Чё, take it easy, повыколупываем, посидим, почилим, попердим. Сколько киллов? 2. 2, но честных, добросовестных мужских килла. Первый рейд сегодняшний. А, да, на лифте меня подкрысил. Так я ж вот поэтому и байчу теперь, проверяю. Да, там в прыжке чисто труп мой залетел в лифт. Чисто трупак в лифт залетел. Сейчас, может, не знаю, может, рейдеры пошуршат, нащупают кого-то. Блин, М-ка убитая в хлам. М-ка опасная. Вот того типа короткая, ее бы в сумку. Это длинная. На эргономику он ее собирал. Forte Shift, Зиночка. Так, ну давайте потихоньку что-то пробовать. Где мой рюкзак? Это Гранник. Это все-таки я был прав, это Гранник. Блядь, это еще поломание. Ёб твою мать. Блин, нельзя на него лезть, но я хочу. Блин, он того не стоит, но я хочу. Надо мной, по-моему. Попробуй мне отпустить, я умру от него, наверное. Сюда, молодых. Хорошо. Сюда. Папочка сегодня злой. Вот это хорошо. Блин, вы бы знали, как у меня сердце сейчас колотилось. Ну как там с деньгами? Привет всем сладким дарковчанам. Чё, правда, кто-то даркист еще хочет? Но я вне стрима играю, у меня сегодня жопа сгорела, я опять в логове сдох, там где этот, морской. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Кастую удачу на розовенькую. Спасибо огромное, Эглин, спасибо огромное. Вот это вот вообще жесть. Но, блин, это молодые были. Это было РШ, это был не гранатомет. Хотя, может быть, у этого с калашом и Гранник. Нет. А, у нас по времени 15. Я думаю, мы управимся. Блять, какая М-ка плохая. Это тот тип на эргономику ее собрал, блин, я тапать не могу с нее. Блин, я аж под конец подумал, что это человек, а не рейдер. Но я не верю, что они фиолетовую открыли. Надо чекать. Без рюкзака, чё я сюда пошел? Да, они тут понаглели и всё залутали, что лежит неровно. Прикольно. Что ты для меня принес? Не зря сидел. Молодец. Реально хорош. Этот парень реально хорош. Наконец-то вынес. Наконец-то. Вот она. Вот она. Вот. Неплохой день, господа, да. Блин, если бы не тот рейди, я минус 6 дал с гранатой. Ой, вообще было бы просто изумительно сегодня. Я шиз норм. Мое мнение, все люди повернутые. Все люди двинутые. Лол, у нас еще и в подземке челик. Там еще и КСер в черный.
Так, у нас чел в серверке и где-то возле центра. А, это тяжело распикивать, если честно. Звук топовый. Ой, что-то сегодня мой день. Меня кейсеры вообще не ваншотят. Убил, убил. Там что-то лифт уже второй раз на эрке вызывали. Второй раз уже на эрке лифт был. Блин, в черной, если есть челик, он такой фулл АФК. Ух, ёб, граната! Обожаю вал против ботов. Времени у нас не больше и не меньше, чем необходимо, чтобы попасть в десятку, а не мимо. Есть определенное количество попыток, если прыток сможешь поразить свою мишень. Твой соперник это лень и нежелание учиться. Йоу. Что это за паёк, который не дает воды? Какой смысл делать паёк, рацион, солдата и не давать ему воды? Только еду давать. Гоу с булсом каточки в лабу. Где булс, а где я? Забей, чел. Чтоб я еще больше опозорился. Не, чтоб я в очередной раз как смазай опозорился. АВС-ку не продать? Блин, АВС-ка это такой хлам, че ее продать нельзя? Ну, not bad, not bad. Хорошая. Мне нравится. 2 победных рейда, 0 из джейк принесли за целый день. Реально топово. Зато будет завтра мотивация продолжить, правильно? Ебали. А вас, ребята, на ютубчике попрошу красную кнопку отправить в серую, поставить лайкусик. Ладно, я шучу. Спасибо за просмотр, спасибо всем, кто сегодня пришел. Огромное спасибо за поддержку отдельное, прям низкий поклон. Мне жесть как накидали от души. Приятного вечера, хорошего вам настроение, спокойной ночи, приятного аппетита, кого-то может утро. Завтра среда, а это значит уже почти полнедели прошло, скоро выходные, скоро лето. Оли-моли, сколько всего еще будет впереди. Сегодня был, в принципе, неплохой Тарков, читачка вообще с кайфом забанили.